Новый Афон. Автобусы стоят, но тут по мере заполняемости, как людей посадят, наберут там человек 10, так он отправляется. А я еще хотела пройти, посмотреть вокзал Сухопский. Ничего не отремонтировали. Но вот в этом здании продают билеты. Оно единственное работает. А вот сам вокзал, так он и не работает. Не отремонтировали. Когда-то было красивое здание, а вот сейчас что мы видим? Вокзал Афона нового. Мы уже приехали в Новый Афон. Сейчас будет наша остановка Ракушка. И пойдем к водопаду. Уже к водопаду подошли. Что-то мне сегодня язык заплетается. А вот смотрите, с правой стороны разрушенный дом. Мандаринчики, апельсинчики продают. Инжир. Аня, куда наш маму шли? Ну а мы будем подниматься вон туда, на водопады, вверх. Это маленький средний водопад и железная дорога наверху. А пройдем через сувенирную лавку. Посмотрим себе тарелки новые какие-нибудь. Какую цену эти гранат? Или сразу пройти? Ирин, я зайду тарелки посмотрю. Вот здесь вот продавали тарелки, нету тарелок. Тут сувенирные изделия. Тарелки там закрыты. Приятного аппетита. Спасибо. А, вот. Вот тут я нашла вот какие-то тарелки. Ну, опять обычные, самые простые. Нет, я такие не хочу. Ну, вот по ценам тут не написано, можно спросить ради интереса. Какая цена тарелок, девочки? Диана! Диана, подойди туда! Здравствуйте. Меня интересует вот эта тарелка, сколько такая, стоит? Вот эта большая 400. И вот эта вот. Такая 500, такая 400. Так, как, а глиняных нет. О, вижу вот тут вот. Вот эти вот красивые. Вот такую я хочу. Такую, наверное. Ваши? Да. Сколько стоят самые вот большие? Эти? Вот эти? Да. 500. Вот еще вот такая и вот красивая. Угу. Тоже тарелочка. Вот новый Афон. И вот еще. 400. Так, ну что-то, наверное, вот из этой серии возьму. Это чеканное серебро.
Очень красиво. Чеканка так, наша. Хорошо, надо еще раз пройтись. Ух ты, какая лохматая. Так, тут ничего нету. Все, да? О, вот еще какие-то маленькие. Тут закрыто. Тут закрыто. А, тут вот еще есть. Вот такие простые тарелочки. Где моя Ирина? Тут работает. Такие часики необычные. Бамбуковая ручная работа. Вижу, ага, бамбук. Кастрюльки. Такой приятный шум воды. Хочется присесть на лавочку и подремать. Так мне нравится такой шум воды. Thank you.
растения, водоросли, смотрите. Я стою на самом верху. Ой, страшно как!